Здравствуйте, я Елена Кузовкина. Это программа «Красота требуется» для женщин, которые хотят нравиться себе и окружающим, но на посещение профессиональных салонов у них не всегда достаточно времени. Наша сегодняшняя героиня – оптимистка по жизни и очень не любит, когда ее жалеют. Оксана Голикова – мама двоих детей, старшей дочери 15 лет, сыну 8. С рождения у мальчика детский церебральный паралич, сложная форма. Женщина оставила работу и теперь сидит дома. Воспитанием занимается одна, без мужа. При всех этих обстоятельствах она считает себя счастливой. Как настроение? Отлично. Готова преображаться? Да. Ну что ж, пойдем мы к косметологу? Пойдем. Как часто ты обращаешься к таким специалистам? Ну, иногда бывает. Для современной женщины визит к косметологу должен стать хорошей привычкой. Посещать врача необходимо минимум 2 раза в год, весной и осенью. Нашей героине 35 лет. И по мнению специалиста, состояние кожи у Оксаны хоть и неплохое, но некоторые нюансы возраст уже выдают. Красивая, длинная шея, но, как правило, она с возрастом начинает приносить нам больше и больше проблем, потому что здесь мы начинаем видеть вот те борозды, да, которые, кольца Венеры, так называемые, да, которые здесь уже хорошо начинают обозначаться. Поэтому осенью, помимо лица, это шлифовка совместно с шеей, и в дальнейшем есть препараты специальные, мягкие достаточно филлеры, которым возможно эту зону заполнить. Оксане профессиональный врач-косметолог разработал подробный бьюти-план, один из пунктов которого – правильный уход за кожей лица с использованием легких скрабов и питательного крема. На эту процедуру отводим 30 минут. Это у нас питательная маска увлажняющая, липовая из косметики Академии. Она хорошо восстанавливает, завершает все процедуры. Мы сейчас ее выдержим еще буквально минутку и будем смывать. Ну вот после финиш-крем. После такой процедуры можно накладывать макияж? После этой процедуры можно. Оксана, скажи, какие планы на вечер? Хочется поработать сегодня. Так, у тебя сегодня серьезный заказ. Да, большой праздник, и поэтому я передаю тебя в руки профессиональному визажисту. Отлично. Делаем праздничный макияж. Она – женщина-праздник. В свободное время Оксана проводит корпоративы, юбилеи, работает на детских утренниках. Яркие наряды и яркий макияж. По словам нашего эксперта, визажиста Виктории Смородской, сейчас в моде естественная красота, которую лишь нужно грамотно подчеркнуть. Если это праздничный макияж, он не должен быть вульгарным. Чтобы косметика хорошо держалась и не смотрелась как многослойная штукатурка, специалисты советуют выбирать изделия премиум-класса. Обязательно мы с вами на зону вокруг глаз используем специальный консилер, который скрывает, нейтрализует наши синячки. То есть синячки, они всегда нам дают немножко ощущение усталости или даже болезненности, поэтому очень важно скрыть. Тональным кремом делать это нельзя. Яркие глаза – нейтральный цвет губ. К бежевой помаде добавляем розовый оттенок. На скулы наносим мерцающие коралловые румяна. Макияж готов. Закрепляем его специальным спреем и отправляемся в парикмахерскую. Нет, короткой стрижки я не готова. Длину волос оставляем? Да. Цвет? Цвет тоже оставляем. Блондинка не хочешь быть? Оксана постоянно красит волосы. Более того, был неудачный опыт химической завивки. Избавляемся от секущихся кончиков и укорачиваем челку. Вытягиваем ее горячим утюжком. Ну, если мы часто пользуемся утюгом именно по всей длине, у нас есть завивка или у нас есть осветленный волос, мы обязательно используем термозащиту. Поднимаем пряди от корней, используя гофре, делаем легкую завивку, игривые локоны собираем под невидимку, фиксируем прическу лаком. Получилось празднично и в то же время непринужденно. Наступила самая интересная часть нашего преображения – поход в магазин. Выбираем молодежный модный отдел, ведь в душе Оксана все еще девчонка. Здесь для нее раздолье, ткани пестрят яркими красками. Давайте позовем специалиста. Давай. Очень интересная модель. То есть штаны с топом. Он очень красиво смотрится. Подойдет как с кроссовками, так и с каблуками. Выбираем несколько разных образов. Наряды скорее повседневные, чем праздничные. Но если к ним добавить объемные аксессуары, получится вполне торжественный вид. Мне вот не терпится в таком вот образе вернуться к своим деткам, увидеть восторг на лице их. Вот. Хочется услышать этот звонкий смех, это радость, когда сыночек меня увидит. И, естественно, вот обнимашки, целовашки.
Уже после съемки нашей программы мы созванивались с Оксаной. Мне было интересно узнать, как отреагировали дети на новую маму. Наша героиня расплакалась от счастья. И этим все сказано. Это была программа «Красота требуется». До встречи. Благодарим за участие в съемках программы клинику эстетической лазерной медицины «Евростиль». Здесь предлагают полный комплексный уход за лицом и телом с использованием современного лазерного оборудования. Специалисты подберут и составят персональный бьюти-план. А этим летом в «Евростиль» новая процедура – коррекция локальных жировых отложений в области лица навсегда. Высокая эффективность, минимальное время реабилитации. «Евростиль» – все для новой тебя. Сеть студий загара и спа-салонов «Шоколадка» поможет вам стать красивой от кончиков ногтей до кончиков волос. «Шоколадка» популярна у женщин, которые любят бронзовый цвет кожи, при этом не могут подолгу лежать на солнце. Здесь работают массажисты, парикмахеры-стилисты, косметологи и визажисты. За безупречным образом в «Шоколадку». Для удобства своих клиентов сеть студий загара и спа-салонов открыла 5 адресов по городу Барнаулу. Авторские курсы Виктории Сморозской «Сам себе визажист» – это возможность научиться делать красивый и грамотный макияж на разные случаи жизни – повседневный, деловой или вечерний. Консультант по красоте поможет каждой ученице подобрать цветовую палитру, научит девушек сочетать цвета с учетом особенностей лица, покажет техники нанесения декоративной косметики. И все это отрабатывается на практике под чутким контролем преподавателя. Авторские курсы Виктории Сморозской «Позволь себе быть красивой». А ты знала, что фэшн-лук – это очень модное место? Если ты молодая и следишь за модой, то тебе обязательно стоит заглянуть в шоу-рум женской одежды «Фэшн-лук». К тому же сейчас здесь скидка 50% на летнюю коллекцию. Отдел расположен в самом центре Барнаула по адресу проспект Ленина, 49. «Фэшн-лук» есть и на Балтийской, 16. А совсем скоро долгожданное открытие еще одного шоу-рума в торговом центре «Пионер». Одежда для женщин от 40 до 48 размера. Яркие краски и современные фасоны. «Фэшн-лук» – очень модное место.